Аркадий Барановский. Родился 7 октября 1928 года в деревне Сукремна Сенинского района Витебской области. С первых дней войны Аркадий вместе с мальчишками подбирал оружие и прятал его в тайниках. Затем передавал собранный арсенал через связных в партизанский отряд. Вскоре Аркадий стал связным партизанской бригады имени Заслонова. С помощью юного мстителя командование бригады получало важные сведения. Через него поддерживалась связь с надежными людьми. Однажды при выполнении боевого задания группа разведчиков, среди которых был и Аркадий, наткнулась на вражескую засаду. Тяжелораненый юноша отстреливался до последнего патрона. Когда фашисты подошли к юному партизану, он был без сознания. Один из гитлеровцев для верности в упор выстрелил в паренька из автомата. Однако Аркадий чудом остался жив. Его быстро доставили на партизанский аэродром и отправили на Большую Землю. Врачам удалось спасти жизнь отважному разведчику, но 6 ран дали о себе знать. Аркадий стал инвалидом 2-й группы. После войны Аркадий Филиппович Барановский долгое время работал заведующим сельским клубом в деревне Стаи Лепельского района. Он был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией и другими наградами. А 1 января 1976 года приказом номер 28 Аркадий Барановский зачислен в батальон белорусских «Орлят».